сорт острого перца Кракен Скорпион. Этот сорт родом Соединенных Штатов. В 2013 году селекционер Майкл Хесс вывел этот сорт. Этот сорт относится к сортам сверхострых перцев. Его острота от 700 тысяч до 800. Ну, как бы не дотягивает до миллиона, но все равно это очень острый сорт. У него такая вот структура. Он пупырчатый у нас. Такой весь пожмаканный. У этого перчика цветочный аромат. Такой необычный. Он был скрещен с пуджалокой Индия Карбон и с Тринидад Скорпион Шоколад. И вот вышел вот такой вот красивый, необычный сорт. Срок созревания этого сорта 165 дней. Он довольно долго созревает, так что следует его высевать. На семена придется высевать где-то с 5 по 10 января. Семена тоже проклевываются в течение от 15 до 30 дней. Так что, когда будете выращивать такой перчик, чтобы вы знали, что семена проклевываются не так, как, например, как у обычных декоративных сортов, чтобы там через 3 дня и проклюнулся. Высота такого растения от 80 до 1,20 м. В комнатных условиях он будет в пределах 60-70 сантиметров. Конечно, если будете выращивать его в теплице, он может достигать и до 1,5 м. Довольно высокорослое растение. Очень высокоурожайное. Высаживать его надо пораньше, как только сойдут возвратные заморозки. С ним получаются шикарные, необычного вкуса острые соусы. Так что можете выращивать такую себе дома на подоконнике. Высота его не будет не превышать где-то сантиметров 60-70. Если хотите, чтобы были большие урожаи, вам придется посадить его в большое ведро. Ведро должно быть где-то около 10 литров. Это если растение уже наберет высоту где-то сантиметров 40. Тогда только можно пересаживать его в большое ведро. Очень большие урожаи дает. Так что можете выращивать у себя дома на подоконнике. Если кому-то понравился такой перчик, семена этого перца можете приобрести у нас. Ссылку на каталог я оставлю внизу под видео. Так что выращивайте такой перчик у себя дома. Всем удачи и больших вам урожаев. Всем пока.